Эту конференцию решили посвятить 80-летнему юбилею известного ученого-археолога, мудрого наставника, доктора исторических наук Прокопия Коновалова. Свою жизнь он посвятил науке и продолжает вносить посильный вклад в работу. Ученый подробно изучает, как создавались могучие кочевые сообщества на территории Центральной Азии, от Гуннской до Монгольской империй. Проблема в том, как на этой территории степная, горно-степная пространство Азии осваивались древними людьми, как складывались ранние кочевые общества, приспособленные к суровым, к степным территориям. Отмечу, что учеников и последователей у Прокопия Батюровича по всей стране большое количество. Среди них и Сергей Васюткин, доктор исторических наук Кемеровского университета. Я уже больше 10 лет участвую в российско-монгольской экспедиции. Мы всегда здесь собираемся, отсюда стартуем. И в-третьих, в этих стенах я защищал докторскую диссертацию, поэтому само разумеющее, что эти стены мне очень дороги. Значит, доклад будет посвящен нашим исследованиям хунского городища Тырылжин, Дурвалжин. Мы копали его совместной российско-монгольской экспедицией. Экспедиция проходила в 2016 году. Ее результаты имеют большое значение для ученого сообщества. Между тем, в течение всей конференции Прокопий Коновалов получал подарки, слова благодарности и признательности за неоценимый вклад в науку. Дарья Белоусова, Виктор Агафонов, новости дня.